Здравствуйте. Ну вот, сейчас я наберусь всяких вопросов ваших набрал. Буду вам отвечать. Ну вот это вот эрзац-стрим. Никак у меня вот это вот не идет устраивать для вас какой-то стрим определенный. Как непонятно мне зачем, если могу отвечать на вопросы так. Он говорит, да так деньги удобнее платить. А как, в чем удобство-то, расскажите. А вот сразу вот покрасоваться перьями. Ну, вообще, познание – это не способ красоваться перьями, да? Сколько бы у вас их не было, даже если у вас целых три пера, вы в мое время это не показывали. Старались об этом не говорить даже. А сейчас, видишь, перья показывают. Да, ну, вы, тем не менее, не забывайте меня помогать мне. Сейчас в последнее время стали забывать, там как-то, ну, болтают, он и болтает за бесплатно, да, пускай болтает. Вот, а внизу у меня есть для того, чтобы мне не помереть, вот, без медицинской помощи, хотя помереть с медицинской помощью, это, думаете, очень хорошо, не намного лучше. Вот, там есть у меня номер сбербанкской карточки 3243, он заканчивается. Есть все реквизиты Сбербанка, PayPal, это, кстати, международная система, Яндекс.Деньги, Киви кошелек. И вот для самых, так сказать, привередливых есть еще ссылочка. По ссылочке, если пройти, там будет текстовый файл. И в этом текстовом файле, говорят, удобнее копировать всякие эти номера. Ну вот, я в этом мало чего понимаю, но вот, тем не менее, это так. Ну что, начинаю отвечать на вопросы. Дедушка Борис, вот, вы как-то разбирали идею фантастов о кремниевой жизни. Но это не то, чтобы идея фантастов, это некая, так сказать, альтернатива, да, такая идея химии, химиков. А вот что бы не получить длинные цепочки си-си-си-си-си, ну вот не получается, да, такого. К сожалению, не выходят они. Из-за величины угла между орбиталями электронными в кремнии. В углероде они другие, поэтому углеродные цепочки могут быть длинными. Так, ну так вот. А что вы можете сказать о возможности жизни на планете, где основным окислителем в атмосфере был бы фтор? Было такое у Ефремова. Теоретически возможен ли какой-то фторовый фотосинтез? Ефремов. Это Иван Антонович Ефремов. Палеонтолог, а по совместительству, значит, писатель-фантаст. И, как утверждают злые языки, так и неразоблаченный британский агент. Да. Его вроде как завели дело на него после его смерти уже. Ну, поздно было. Ушел на тот свет от них. Агент 07. Джеймс Бонд. У него есть такое произведение, где, значит, наши космонавты встречаются с космонавтами инопланетными. Они тоже такие же, как мы. Все замечательно. И вот они общаются через перегородочку стеклянную. И, значит, объясняют, что же у них крутится. Вот, значит, что у них в основе. Значит, водород, да, водород. По-моему, углерод там тоже был. А вот с другой стороны, говорит, у нас кислород, у них фтор. Вот не очень здорово получилось. И это немножко удивительно, потому что вот получалось, что вот они купаются в океанах плавиковой кислоты, там так персонаж сказал про них. Плавиковая кислота – это аж фтор, это то, в чем растворял свои жертвы этот персонаж Breaking Bad-то. Ой, ну вы помните его, да? Учитель химик-то. Варил какой-то там, дурь варил и растворял своих врагов вот в этой плавиковой кислоте. Уолтер Уайт. Вот. Вот, это вот та самая плавиковая кислота. Ну, насчет того, что вот возможно ли, а вот как вы себе представляете сосуществование углеводородов с плавиковой кислотой? Это же сильный окислитель. Что говорить-то? Окислитель. Будет окислять. Вот H2O, это не окислитель. А вот если H2S уже взять, да, ну, все-таки фтор – это другая колонка, соседняя колонка с кислородом. А сера – это стоит под кислородом. H2S – это уже кислота, она диссоциирует. H2O она диссоциирует слабенько в воде. Ну, что там они это? И она не дает кислотной реакции-то. Вот.
H2S – это кислота. Слабая, но кислота. Вполне себе кислота. Вполне себе темнеет металл, все как положено. Вот, ну, уже круто, да? Ну, я не очень так это разделяю. Ну, это все-таки это литературное произведение, это не модель какой-то иной жизни. Он там не развивал ее. Не развивал. И потом это время было старое, это в лучшем случае 50-е годы, это, наверное, еще до «Туманности Андромеды» написано. Вот, и ну, такое смелое предположение. Борис Сергеевич, в нынешнее время появляется много курсов по скорочтению. Расскажите, как вы думаете, правдивы ли эти курсы, и можно ли добиться от них результата? Насчет того, что правдивы они или нет, это я не знаю, я просто не знаю этих курсов. И можно ли добиться от них результата, смотря какой результат вы ищете, вот скорочтение. В мое время очень популярно было это скорочтение, ну, были и курсы, и были, так сказать, самоучители по всякому скорочтению. Как вот так быстро читать текст? Потому что это была борьба с информационным взрывом, да, так много информации, что надо прочесть. Вообще очень впечатляют, например, в библиотеке Ленина, значит, стеллажи, заполненные абстракт называется. У нас называется РЖ, реферативный журнал. Ну, это такой вот тоже очень. А еще есть такие абстракты. Они на папиросной тоненькой бумаге напечатаны, миленьким шрифтом. Представляете, вот сколько там всех этих статей, да? Вот как это тяжело было с ними работать, со всем этим огромным объемом информации. Ну, в принципе говоря, вот как так вот смотрят на весь этот и выхватывают то, что нужно, там вот как-то вот выглядывают какие-то фрагменты, куски. И мне вот это интересно, у кого это лучше получается, такое скорочтение, у левоглазых или у правоглазых? У правополушарных или у левополушарных? Мне вот просто это интересно. Вот я знаю, что левоглазые, они видят все опечатки всегда. А вот правоглазые, они иногда читают текст, вот бывает такой текст, нам в шуточку дают, вот, да ничего, что там такого, ничего особенного нет. Ну ты приглядись, ничего нет, ну еще приглядись. А там что-нибудь перепутаны буквы, а мы просто воспринимаем это по-другому, да? Вот так, как надо, да, было. Да, бывают такие шуточки. Ну вот не могу вам сказать, нужно вам это дело, скорочтение. Сейчас же для нас работают компьютеры, которые фильтруют информацию, подбирают ее для нас. Ну, не знаю, наверное, нужно кому-то. Куда ж тут денешься от этого, да? Никуда не денешься. Да. Микроволновая печь. О, замечательный вопрос. Микроволновая печь активирует краску на керамической посуде. Вопросительный знак. Нет, ну так. А микроволновая печь активирует краску на керамической посуде? Ну, я, значит, видимо, со смехом отвечаю нет. Что нет-то? Реакторы запускают рентгеновской вспышкой, а излучение микроволновки нет, что ли? Другой пишет, Борис Сергеевич. Пожалуйста, развейте неграмотность, активируется ли краска с примесью металлов в микроволновой печи? Как рентген запускает ядерный реактор? Я вообще тут вот, ну, так, ну поехали. Значит, понять, что термин активируется, как мы будем понимать? Активируется, не вот те вот, телефон активирован. Включился, да? Нет, активируется, это значит, у вас радиоактивным стали элементы, из которых он состоит. Значит, ну как это происходит, активация? Это значит, нейтрон попадает в атомное ядро и бывает им захватываем, да? И вот он, захвативший нейтрон, атомное ядро становится радиоактивным. Оно сходит с дорожки бета-стабильных изотопов, да? Вот. Теперь, что касается вспышки, которая якобы запускает ядерный реактор. Ядерный реактор, рентгеновская вспышка. А зачем? Зачем ядерному реактору рентгеновская вспышка, чтобы запустить ядерную реакцию? Ядерная реакция – это реакция, которая происходит под действием нейтронов. Да? И вот когда, например, взрывают атомную бомбу, то сначала, прежде чем вот это вот обжать, скажем, взрывом плутониевый шар, или соединить вместе из урана 235 полушария, вот перед этим, значит, включаются мощные источники нейтронов, генераторы нейтронов. Они, значит, генерируют поток нейтронов. Да? Ну, это вообще, в общем случае, это такие,
как сказать, типа электронных ламп выполнены, да, в которых вот происходит ускорение там, скажем, альфа-частиц, то есть ядер альфа, ядер гелия, которым бомбится там, скажем, мишенька из бериллия, и вышибаются там, значит, нейтроны, да, вот, вот это, значит, поток нейтронов, это в каротаже нейтронам еще такие лампы используются, вот, вот, поэтому мы про них и знаем, благодаря нейтронному каротажу, который, кстати, придумал Бруно Понтекоро, когда он еще в Америке, в Техасе работал, тем самым, с нефтяниками, вот, ну, понятное дело, что это он, так сказать, позаимствовал из атомной бомбы, идея. Вот, ну, рентгеновского импульса никакого нет. И с какой стати, даже если был бы рентгеновский импульс, он-то ничего не сможет активировать. Рентген, как он, кого он активирует там, простите меня? Ну, металл там у вас, ну и что? В краске там металл. Ну, может быть, да, в красках содержит атом металла, да. Ну, почему? Есть свинцовое белило, цинковое белило, титановое белило, ну, вот, к примеру, да. Ну, вообще, всякие белила что-нибудь где содержат, да, какой-нибудь металл. Ну, просто я в тупике. Это вообще откуда такие его сведения, откуда берутся, они, не знаю. Вам такую уверенность, что нет-то. Реактора запускает рентгеновская вспышка, а излучение микроволновки нет, что ли? Ну, микроволновки, там у них такая генераторная лампа, в которой, значит, в магнитном поле крутятся электроны, и они, значит, генерируют СВЧ-излучение, да? Вот который вот это СВЧ-печь-то ими работает. Это технологии, которые когда-то использовались в радиолокации, все такое прочее. Если можете, расскажите, пожалуйста, как можно сделать Венеру пригодной для человека. Спасибо. Венеру, это имеется в виду планету, конечно. Как сделать Венеру пригодной для человека? Ну вот, про сложности, как сделать Марс пригодным для человека, я говорил. На Марсе там у них своя проблема. Не хватает выделения газов из, значит, ну, как сказать, из планеты, из недр. А вот на Венере хватает этого выделения, их очень много, поэтому большая плотность атмосферы. Но где-то там высоко, в облаках, а постепенно плотность меняется, меняется, меняется. И вот там-то вот вроде как все гораздо веселее. Да? Вот. Есть такие, скажем так, идеи, что, а может, там есть жизнь в этих облаках, так же, как она есть в районе курильщиков вот этих наших, так сказать, черные курильщики на дне океана в районе срединно-океанических хребтов. Вот. Они извергают там всякие соли железа, ионы серы, и вот там, значит, этот микроорганизм занимается вот использованием энергии вот этих вот возможных химических превращений. Ну, поэтому такая идея вот чем-нибудь заселить облака Венеры, там, а там, понимаете, в облаках Венеры есть всякие соединения серы, включая на серную кислоту. Вот, ну, такая идея-то есть, да, конечно, есть. Вот не, как бы там вот поселить чего-нибудь, заселить. Может быть, что-нибудь получится, дескать, так вот. Ну, получится, получится, но как там формулируется? Сделать пригодный для человека? А куда вы денете лишний газ? Он и так очень горячий, то есть и так он хорошо улетает, фонит, но поступления из недр очень большие. Это надо дегазировать планету, как в свое время дегазировали Землю. Земля тогда с кем-то столкнулась, ну, со своим лагранжевым спутником. И этот лагранжевый спутник стал нормальным спутником, от Луной. Содрал часть земной коры. У нас земная кора неполная. Да? Вот есть земная кора, а континентальная есть океаническая. Да? И вот эта вот дегазация очень мощная произошла мантии через это дело. Ну и поэтому на Земле вот такая атмосфера, как у нас есть. А там очень плотно. И, кстати говоря, как мне говорили в Институте космических исследований, у них даже вот, вот при поверхностном слое атмосфера имеет восстановительный характер. Да? Ну, знаете, вот есть окислительный, вот на Земле окислительный. Да? Что-нибудь оставил, он будет окисляться.
ржаветь там, окисляться. Вот, а там восстановительное. Поставили линзы CO2, да, стеклянные. Они потихонечку начинают восстанавливаться, покрываться тоненькой пленочкой кремния, да, кислород забирает. Оттуда восстановительная атмосфера. Вот такие вот, температура-то большая. Вот, ну ладно, спасибо вам большое за внимание. Вопросы у меня есть, я еще поговорю на эту тему, на тему какую-нибудь, да. Спасибо, всех вам благ, пока. Поддержки ждут вас материальные. Вот об этом-то вы не помните никогда. Уже выключили, наверное. Нашел у кого попросить. У кого-то выключил.